Гульнара Рахметова в сфере торговли работает уже 19 лет. Набравшись опыта, женщина решила, что пора открывать свое дело. Приобрела помещение, закупила оборудование и сделала ремонт. Дальше для помощи в развитии бизнеса, а это магазин, Гульнара Рахметова обратилась в отдел предпринимательства. Взяла кредит под 6%, остальные проценты оплачивает государство. Мне это очень помогло, поддержал мой бизнес, и я, в принципе, довольна такой программой. Советую всем предпринимателям обращаться. Не пожалеете, мне кажется, я вот ощущаю, по себе, что это очень выгодно. И вот в дальнейшем я хочу тоже развиваться. Если оборот хороший пойдет, хочу дальше расширяться. Конечно, буду расширяться. В планах это у меня есть. Просубсидировать кредитную ставку удалось благодаря программе «Дорожная карта бизнеса 2025». Документы оформлены при активном содействии отдела предпринимательства. Она в этом году получила такую меру поддержки, как субсидирование кредитной ставки в размере 2 миллиона 900 тысяч тенге. На данный момент этот предприниматель активно развивается, и, я так думаю, меры поддержки на этом не закончатся. Мы ее будем активно поддерживать. В торговой точке «Мама Рада» имеется множество нужных товаров, так как сейчас активно идет подготовка к школе. То в магазине можно приобрести абсолютно все необходимое для ребенка. Подготовки школы у меня есть и канцелярии, и школьные принадлежности, и портфели, школьные формы, фартуки, все-все. Население знает наш магазин, Ну, не знаю, это вот портфели завезла. Потом начнется период осенней одежды, я буду осеннюю заготовить, так что ассортимент у меня разный. Жители поселка также рады, что у них появилась такая торговая точка. К слову, Гульнара Рахметова – активный участник республиканской акции «Дорога в школу». Гульнара Табжанна является постоянным спонсором нашей школы. Постоянно мы обращаемся к ней, она помогает одевать наших детей к школе. Вот и сейчас мы тоже пришли с такой просьбой. Она нам никогда ни в чем не отказывает. Сегодня мы пришли вот одеться в магазин «Мама Рада». Здесь я и своих детей одеваю. Здесь потому что выбор есть, и канцелярия, и вещи, чтобы никуда больше не ходить. В одном месте что взять. Вот, хороший магазин. Магазин, по словам Гульнары Рахметовой, будет дальше расширяться и радовать своих покупателей различным ассортиментом. Предприниматель планирует и впредь пользоваться механизмами господдержки. Елена Щегельская, Валерия Зиновьева, РТН, Камыстинский район, при содействии телекомпании «Акцент».